Раз, два, три, семь. Всем здравствуйте. Всем доброго субботнего вечера. Берем. Шалом, дорогие друзья. Добрался до Dragon Age Origins в очередной раз. Попытка номер два, так сказать, прохождения. И сегодня стрим, так сказать, непростой. Сегодня у нас стрим в поддержку, так сказать, орущих феминисток, угнетенных нигеров, ну и прочих опидоревших сволочей. Поэтому персонаж будет создаваться следующим образом. Разбойник, угнетенный хаус-нигер, эльфийка, хаус-нигер, эльфийка, очень важно. По возможности лесбуха и ожиревшая тварь. Вот так вот. Вот такой вот план на сегодняшний стрим. И таким образом оно и будет проходиться. Так, сейчас чаты надо переподключить. Потому что я это не сделал. Надеюсь, все видно, надеюсь, все слышно. Вот, я опоздал на полчаса, по-моему, да? Ну да, на полчаса я опоздал. Я боролся с хромакеем. Вот, у меня опять правильно свет. Ну, короче, там вроде рябь еще какая-то осталась. Это ладно, не важно. Так, где это? Я себя выключить. И потихоньку в мир путешествий. Драконьей кости. Ломанемся. Так, между... Делаем для начала чайку. Потому что я опять никуда не успел. Прям совсем. Да, на Оскар пойдем. С нигрой. Лесбухой. Угнетенной. Так, новая игра. Начало. Пробуждение потом тоже будет. Сначала вот таким макаром пройдем. Так, у меня опять ничего не подключилось. Я вообще не пойму. Ютуб то ли подключает. Нет, вот Ютуб точно увидел. Да, Ютуб. Да, это комментарий с Ютуба. А что с Твичом? Двумя Твичами. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the все пошло, Клыка подключился. А поставил я озвучку не нашу, вот, потому что дубляж вообще не православный ни разу. Мне он очень не нравится. Я летом перепроходил, значит, думаю, надо, наверное, постримить, а вот все-таки время пришло. Субтитры сверху, если что. Со звуком все хорошо, могу погромче сделать. Я еще раз переподключение сделаю. Ну, чатов. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Очень плохо. Скорее всего, пробегать буду в основном сюжетку. На какие-то дополнительные квесты отвлекаться не буду. Ну, понятное дело, сегодня она не пробежится, там стримов 6-7, наверное. О сюжете, я думаю, смысла нет никакого говорить. Так вы так все прекрасно знают. Все знают Dragon Age, твари вылезли из земли, там каждые тысячи лет мор, холодомор, блять. И, короче, собирается компания серых стражей и темных пошел. Все, Twitch. Гамгунис, Twitch подключился. YouTube Гекс подключился. Twitch. Сергейм подключился. А ВК... Ладно, ВК тоже потом подключится.
Да, напоминаю, streamcube.ru в эфире. Гинджинис или Гамгунис. Можете прям в поисковик так по-русски писать. Гамгунис, все равно к нам попадете. But those who once called us heroes have forgotten. Могучие мужи и женщины. And our warnings have been ignored for too long. Ой, ВК подключу. Наконец-то. Ура, ура. Я ВК теперь тоже могу видеть. Со звуком все хорошо. Теперь я точно все чаты вижу. Теперь я все могу читать. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Серый страж Дункан или Дункан, как вам угодно. Help us all. Зрел. Посмотрел на Мордл, на Мордр. Надвигается буря. И пошел хохоча в закат. Предыстория определяет, какая из шести возможных глав ожидает вас в начале игры. Также от нее зависит восприятие вас с другими персонажами. Да, я вот летом перепроходил за знатного человека, за знатного товарища. Статного. Там, да, и история еще вот всякая разная. Вот я помню лесной эльф. Начинает лесу и, короче, все у него хорошо, бегает там с юбкой из листьев по пальмам. Нормально. Вот. Угнетенный эльф, он, естественно, хаус-ниггер у знатных бояр. Вот, и прочее. Ну, маг, там, вне зависимости от эльф или человек в терном башне круга, там одинаковая история. Гномы магами не могут быть. Гном, понятно, там в Розамаре начинают в этих подземельях сраных. За гнома очень интересно играть. Ну, как по мне, не знаю. Может быть, кому-то и интересно будет. Тут также у него две касты. Либо знатный гном, либо гном-простолюдин. Человек, понятное дело, маг башни круга магов. Вор только знатный человек. Хотя, по-моему, можно было раньше выбирать и бомжа. Да, теперь только почему-то на знатный. Не знаю, с чем это связано. Но вроде как. Вроде как раньше можно было, не знаю, может там какие-то патчи. Типа нельзя угнетать белых, блять. Хотя, наверное, сейчас бы дали бы по жопе палкой за такие дела. Но напоминаю, игра в каком вообще 2005-2008 году вышла. Гном Лесбух? Не, гном Лесбуха это сильно будет. Я уже определил, вот, и по-моему до этого определили. Женщина, угнетенный эльф, так, разбойник, очень важно. God-like. Репост, помню. Так, и, естественно, городской эльф. Ты всю свою жизнь провела под тяжелой дланью своих господ людей, но когда местный лорд срывает твою свадьбу, тлеющие расовые противоречия мгновенно вспыхивают всепожирающим пламенем. Так, у нас Дискорд ушло, уведомление, да. Уведомление в Дискорд ушло. Да. Дискорд можно попасть по ссылке под плеерами. Неважно, где вы там смотрите. А, Максим, ты... Я не знаю, на каком это твиче, но сходи, ебани по яйцам человеку, чтобы он больше это... не писал по-иностранному. Это хуй его знает, может, он там ругается. Тогда мы ни в коем случае не расисты, нет. Мы ненавидим всех одинаково. Так что все нормально. Все нормально, мужики, дамы. Короче, настройка внешне. Вот это вот, да, это вот прямо как Sims. Ты можешь 2 часа сидеть, блядь, выстраивать. Не, можно, конечно, какого-нибудь уродца, блядь, просто накерачить. Вот, но нет. Слишком темно. Я не знаю, как в стриме, но мне, по крайней мере, темно, я не знаю. Короче, набор заготовок тут можно взять. Где там еблот хоть и не пострашнее какой-нибудь. Хотя все равно негры делают. Что? Эх, разница.
этом, вот. Будем, так сказать... По-моему, Лилиан так выглядит, да? Или как ее там звали? Ну, короче, будем это... Сестры лесбийские! Класс. Короче, оттенок кожи. Естественно, негр. Куда ж без... Румянец у негра, как вам такой вариант? Насыщенность. Румянец, я не знаю, блядь, как румянец у негра. Как вообще? Цвет губ. Ярко-красный, прям как у местной шалавы. А где красный? Блядь. Блядь, темно. Вот, ладно, пускай будет так. Насыщенный красный цвет губ, блядь. Ух, блядь, или он черный. Короче, не знаю, давай посветлее сделаем. Не видно. Яркость я выкрутил вообще на максимум, но не видно вообще ни пизды. Я не знаю, чё с этой игрой не так. Вроде раньше не так было. Короче, не знаю, так вот сейчас быстренько, рандомненько. Что-нибудь это, ваяем. Можно, конечно, ебле что-нибудь нарисовать. Такое эдакое, например, член. Или лесбуха. Никого не удивишь, ну не знаю. Может быть, кого-то и удивишь. Давай без татуировок. Нахер. Посмотрим, чё там с волосями. Можно, конечно, лысый сделать прям всем. Чтобы прям вот совсем по трэшу бороться. Ой, маленькая девочка. Гретянская. Рыжая. Сука. С косичками. О. А, блядь. Суровые. Суровые африканские женщины. Первого знает. Как такой упоротый взгляд, конечно. Заднеприводные? Ну, сейчас увидим, кто там. Опидарел, блять, в корень. О. Я видел, там Андрей уже до стрима на Ютубе орал: ура, Dragon Age. Пускай с красными волосами будет, какого хуя? О! Удивленная. Удивленная женщина. Цвет бровей. Это тоже будет красный. Черный. Черный, как черти. Глаза, форма глаз, цвет глаз. Я не знаю, я ничего менять не буду, потому что сейчас я, блядь. Я перед стримом игрался. Короче, там вообще такое косорылое уебище у меня получилось, блядь. Вот я сейчас очень боюсь все это дело менять. Не знаю, в какую сторону крутить. Какая будет лобоглазый негр. Кстати, давай приколимся. А я не вижу даже, какой там цвет. Всматривайся, не всматривайся. Насрать, пускай так будет. Так, нос, рот, это я ничего менять не буду. Челюсть, щеки, шея, уши. Кстати, самое главное, жирная. Нам нужна жирная. Как тебя увеличить? Тут ее, по-моему, вообще никогда с этим не поиграешься. Только ебальник можно пожирнее сделать. Так, это кожа, пена, глубина, волос, понятно, глаза, нос. Да, и все, только нос, рот, челюсти, щеки и как бы... Больше, кажется, ничего нельзя. На шее. О. Тут ушей все равно не видно, в принципе. Рот побольше, чтобы, блядь, влезало туда всякое. Набор стан... Блядь, по-моему, раньше можно было. Опять же. Не знаю, может быть, это последними патчами поменяли. 10 назад, блядь. Так, кожа, цвет, оттенок, губы... Татуировки, волосы, глаза, нос, рот, щеки. Щеки можно пожирнее сделать. И шею сделаю пожирнее. Ширина щек.
Ну ладно, хоть так. Хомяк. Небольшой, блядь. Сука, худая, блядь, еще. О, блядь, получается. Ладно, хер с ним, пускай. Блядь, еблетка. Блядь, как пчеловод, блядь. Сука, не получается. Ладно. Пускай будет так. Фон выражения, так. Ладно. Выражение еблета какой-нибудь. Такое дебильное, блядь. Максим, там на каком-то твиче этот боты буянят. Я не знаю, правда, на каком именно. На Сербгунисе или Гамгунисе? У меня не оба подключены. Я не знаю где. Я не могу понять просто. Не, он мне не пишет, какой твич есть какой. Блять, ну и пиздец. Пчеловод. Ну, почти китайский. Можно, конечно, еще вообще охуеть немножко. Сделать из него китайца, блять, бурята. Попробуй. В натуре он как китайский пчеловод будет, блять. Так, глаза. Форма глаз. Удивленная. О, то, что надо, блин. Высота посадки, глубина высоты. О, то, что надо, блядь. Китайский пчеловод. Нет другого-то ничего. Курит. Все как мы любим. Все как мы любим. В лучших традициях. О, по-моему, вот это даже поприкольней. Не найдешь? Да хер его знает. Найдешь что-нибудь. Ладно, в натуре забей. Голос мудрый. No, it's gone. Что? I should do something else. А можно погрубее сделать? Прям так, ух, с яйцами. Right. Casting. Greetings. Greetings. I cannot cast it. It is unharmed. Charmed. There went the spell. Not working. О, страстный пойдет. А фамилии нельзя. Калиан. Та, чё за имя такое? Калиан, блядь, Табрис, нахуй. Как это можно вообще понять? Как это выговорить можно? Слушай, влезет, например, сладострастная... Не, блядь, я её хотел назвать сладострастной педрилей. Но ёбаный в рот. Игра. Ну ладно, хотя просто бы можно. Педрилия. О. Педрилия. Педрилия влезла. Педрилия Табрис. Хаус Нигер. Визитная карточка. Поехали. А, тут еще распределять надо. Ну, короче, вот такая. Блять, жалко, габариты ее нельзя. Отожрать ее побольше. Хотел, блядь, постремнее сделать, а вышло как всегда. Ладно, ну, в Mass Effect я женщину Шепарда менять не буду. Она и так хороша. Так, короче, раз уж это вор-разбойник, так сказать, нужна хитрость в первую очередь и ловкость. Ну, может быть, немножко телосложения или в силу. Не, магия. Дай в хитрость, короче.
Так, я всегда в первую очередь качал дипломатию. Максим, да. Ничего, такой бурят, бля. Да. В первую очередь всегда качал дипломатию, ну, просто потому что так проще играть, так проще договариваться. Так, разбойник. Грязная борьба. Это что у нас? Ну, без двух... Я, кстати, вообще никогда за разбойника не проходил. Вот. Можно лук качнуть там на всякий случай, но я, по-моему, в парное оружие. Требуется боевая подготовка. А где мне взять боевую подготовку? Усиленная боевая подготовка. А где ж она? Я что-то прям вообще не вижу. Или ее слушаю, или ее пока вообще не дали. Боевая подготовка. А где она? Требуется боевая подготовка. Или она еще вообще нихуя не умеет? Удар ниже пояса. Грязная борьба. Движение в бою. Удар милосердия. Притворная смерть. Незаметность. Нету, блядь, боевой подготовки. Нету. Ладно, пойдем в этот... Грабежи замков. Чё, нет? Кого нет? Может, я где-то упустил? Тут вот что-то... А, ёпта, да. Судов. Боевую подготовку. Ладно, потом. Да, я мечи буду качать потом, когда уровень повысится. Пока замочек сделаем. А сука! А нельзя. Ладно, окей, тогда дипломатию потом, сначала в боевую подготовку, да. Боевая подготовка. Значит, это парное оружие надо качать, потому что... Хорошо. Так, в смысле, разбойнику... Мне только что игра сказала, без боевой подготовки ты не сможешь вкачать никакое двуручное оружие. Так, парное оружие. Бой оружие в каждой руке. И теперь вспомогло получает почти пол... Вот. Вот это вот надо тыкнуть. Где там что-то пассивное есть что-нибудь? Очень хочу. Всем тут. Ладно, и замочек возьмем и... Так, по традиции средний уровень сложности. Все, сколько... Полчаса, блядь, я потратил на создание персонажа. Я говорю, это, блядь, как Sims, нахуй, практически. Denerim, the largest Denerim. City and capital of Ferelden. Long ago, во, кстати, я помню, не видел вот такого. Эльфы были рабами людей, хотя со времен их освобождения сменилось не одно поколение, эльфы живут в огражденном квартале под названием Эльфинаж. Они работают слугами и чернорабочими у людей. Несмотря на все лишения, денеримские эльфы остаются сильны, не падают духом и гордятся своей общиной. Другой мир... был вам неизвестен до сегодняшнего дня. Проснись, козлина! Не, лук я не качал. Да лук тут вообще такая безобразная херня и не очень нужная. Проснись, сестра, хватит валяться. Сегодня твой самый счастливый день. А, точно, там же предыстория, типа, во время свадьбы. Кто-то там что-то нападет и кто-то чего-то сделает. Нет, я буду проходить всю игру, ну не за сегодня, конечно, а вообще, да, будет пройдено весь Origins, весь Awakening и дальше потом второй Dragon Age. Ну, вот до второго Mass Effect, ну, чего? Ой, Mass Effect. А напоминаю, кстати, завтра где-то так же, наверное, часов 8, полдевятого вечера будет Темный Архангель, он же L.A. Noire. Так, трёт глаза. Там видно эти, как они?
Да, вроде видно. Я могу немножко это. Да, ну вроде там и так понятно. Так, все нормально. Трёх глаза. Ну еще самую малость. А что? Я сильно проспала. Подтягивается. Что, Шианни? Чё это ты приперлась ко мне в комнату? Слушай, а Шианни-то это... А, точно. Она потом в Эльфинаже, если ты вообще за другого чувака играешь, как бы за другого персонажа, ее все равно потом в Эльфинаже встречаешь. Вот там Джейсон на Ютубе. Нет, я ее не полжизни буду проходить. Вот я летом перепроходил, вот что-то там, я не помню, в районе 70-80 часов у меня заняло это все дело. Так, давай это. Я просто... Yes, и то... И то только потому, что у меня несколько квестов сломалось, у меня локация там не обновлялась. Я неправильно, блядь, изначально сделал. Я пошел из конца игры, блядь, потому что изначально нужно было вообще не туда идти. Я пошел туда, куда нужно было в последнюю очередь идти. Это в этот эльфийский лес. И, короче, я сначала всех там захерачил, потом пошел в остальные локации. Мне там кучу квестов надавали в эльфийский лес. Я туда прихожу, а там трупы так и валяются с начала игры. Он не обновляется. Ведьмак, да, Ведьмак бы я проходил по жизни, но хорошо, Ведьмака больше я, не я буду играть, но я не знаю кто, но кто-нибудь рано или поздно возьмется. Хоть не забыла, какой сегодня день? Праздник лета, чья-то свадьба, судя по перегару, дерь похмелья. Да. Стервозная, стервозная эльфийская женщина-негр. Я потому и пришла, твой жених не Ларос, не досос, блядь, посос, сука. Не дорос, блядь, давно уже здесь. Или единорос. Сука, и туда добрались, блядь. Так, уже тогда, наверное, у меня не остается выбора, правда. Вот это здорово, чем скорее, тем лучше. Не нравится мне этот обычай, браки по договоренности. Что это прям... Я же не готова. Так. Не нравится мне брать договоренности. Вернее, как удумали, сволочи. Там какой-то смайл полетел, я не знаю откуда. Меня мультичат показал, но я не увидел, что там. За эльфов. Я сам не играл за эльфов. Я проходил пару раз за мага, пару раз за воина и еще один раз за гнома, что ли, пидораса. Ну, не пидораса, в смысле, просто за гнома. А пидориоте я, конечно, не стал. Вот. За эльфа я начинал, по-моему, за далийского эльфа еще там в каком-то лохматом 11 или 12 году. Там еще, по-моему, да, стрим. Сейчас посмотрим. Свадьба, это так здорово. Музыканты, украшения, угощения. Как тебе повезло. Охуенно, блядь. Сука, да замок батареи, блядь. Что? Что-то я этого везения не чувствую. А как там Сорис? Надо было устроить свадьбу для тебя, а не для меня. Просто хочешь напиться поскорей. Скажем то, что хочет для себя скорее устроить. Да блин, Максим, я пытался, я очень пытался сделать, я хотел ее жирной сделать, но не получилось. Жирных эльфов нет. Куча всякого говна. Куча, просто. Ну давали. О, свадебный наряд. Сейчас, короче, надо. Приоденься. Так, это кто? Цицерон? Даже какой квест? В первую очередь. Дневник. Так, Сулкверов перевал, но это до тут мы дойдем. Так. Сделать активный праздничный день. Поговорить с Орисом.
Так, с ним-то мы обязательно поговорим. Сначала, что вообще тут есть? Лук, Орланта. И свадебный наряд. Блять, охуеть свадебный наряд. Мне кажется, блять, простая одежда и тут пи. Давай оденем свадебный наряд. Во, львиная лапа. Сапоги. Можно еще шлем накинуть сверху. Нормально, да? О, амулеты, кольца, пояс верности. Всякого-всякого. Давай сейчас накинем. Чё тут у нас вообще есть такого эдакого? За маг больше всего нравится проходить. Ну, маг нормально, интересно, в принципе. Ко всем характеристикам. К колду, к огню. Так, ищите. Так, а можно... А, по типу. Давай, короче, вот это вот ко всем характеристикам тыкнем. Пояс верности какой-нибудь. Накинем. При хитрости. Да, вот этот, наверное, нужно. Кольцо. Черная клятва. К телосложению. Пробивание у брони. Вот ко всем характеристикам. И обычное кольцо памяти. А нахера оно нужно, блять? Я не знаю. Тем. Точнее, три к телосложению. Нормально. Вот так вот на свадьбу и потопаем. А флянт что дает? Идеально, да, идеальный наряд. Флянт. Известно, что флянт были одержимы. А, фармари были одержимы постоянной страстью к познанию. Этот учебник один из наиболее популярных трудов фармари. Содержит обширные сведения по многим наукам и ремеслам. Использует. Эта книга дает читателю одно очко, которое можно потратить на навык, но потом... Так, да, еще. Союзуем. Очко. Так, о, как раз дипломатия нам и потребуется. Ненька. Так, здравствуй, товарищ Цицерон. The last day I'll be able to call you that. Oh, I wish your mother could have been here. Доброе утро, девочка моя. Это батя в натуре, да, будет. Скоро ведь тебя так уже и не назовешь. Как жаль, что твоя мать не дожила до этого дня. Не назову, правильно, сейчас. А вот хер! Хер мы кому дадим. Уж это. Какое? Избу. Лесба баба, обязательно. Обязательно лесбиянить. Еще никак. Сегодня у нас, напоминаю, стрим в поддержку угнетенок, угнетенных негров, феминисток, лесбух и прочих опидаревших сволочей. Как жаль, пап. Ладно, что я должна делать так. Ну почему сегодня? Только потому, что жених приехал раньше срока. Так, а что там по условиям-то, кстати? Чё мне за это дадут? Две ловкости, одну хитрость. Да это вкачаем попозже. Я, по-моему, две в эту в ловкость вхерачил и три в хитрость. Все еще недовольно гляжу. Ну давай поговорим. Я думаю, без толку. Почему я не могу выбрать... Да. Вообще непременно надо замуж, давай поинтересуемся. Выкуп уплочено, церковь дала разрешение, все готово к свадьбе, не хватает только тебя. Я не хочу. Говорит, понимает. Сади, я был готов. Радуйся. Что это я выбрал тебе жениха, детям без родителей, таким, как твой двоюродный брат Сорис, приходится жениться на ком, скажет старейшина. Или жопу кому-нибудь подложить, блядь. Куда, скажет, подложить старейшина.
Тогда мне придется выйти замуж за того, кого... Может, я захочу за кого-нибудь на 15 лет старше тебя? Надо тебе найти Сорис. Чем раньше свадьба начнется, тем труднее вам будет удрать. Трудно не значит невозможно. Still have your mother's smart mouth, I see. Oh, one last thing before you go, my dear. Your martial training, the sword, твои боевые премудрости, фехтование всякой, ножи и прочее, чему тебя мать учила? Не стоит про них рассказывать жениху. По-моему, это дело десятое. Сука, мне не хватает. Вот почему в Ориджинсе сделали молчаливого героя, вот прям как в 3-3. Просто ходит, кивает головой, блядь, как Герасим, нахуй, на всю хуйню согласен просто. Запускаем, да. Пизду лесбийскую. По-моему, это дело десятое, так я понимаю, об этом ни словечком не обмолвился. Это дело десятое. Прям, блядь, буду стервозничать, нахуй. Всех нахуй посылать просто, блядь. Ни к чему так считали смутьянами, тут Адая была сильно не права. Мама была больной плутовкой. Yes, да, говорит, этого не отнять. Говорит, моя жена была шлюхой. Просто. Все у них хорошо. Ладно, говорит, иди. Сорис, наверное, тебя... дождался. Так, а ничего это, спиздить-то нельзя тут больше? Прям совсем ничего? Совсем ничего-ничего? Там не осталось немножко варенья. Так, и... праздничный день, Сорис. Так, с этими сволочами я не хочу там по пути разговаривать. Всем, вот тут вот соберутся потом гопники. Тут их можно, в принципе, скидать, а можно денег дать, нужно раскидать их. Я сначала денег давал, а потом... Well, if it isn't потом my lucky cousin. Care to celebrate the end of our independence together? Вот моя счастливая... Подожди, это что? Инцест дело семейное, что ли? Я не пойму, они друг с другом там вот это вот самое собираются, блядь. Бежим в лес, нахуй. Какие еще дали... А, она же в начале вступления говорилось то, что она понятия не имеет... что находится за пределами Денерима, понятия не имеет, что существуют лесные эти аборигены, эльфы. Сожрала, спиздила, вот и выгнали замуж. Ну, наверное. Пожалуй, это... Так, а что там? А, вот, спятил. Куда ты уберешь-то? В лес к далифам, к далийским эльфам? Сама идея брака меня не... You're not thrilled? Apparently your groom's a dream come true. My bride sounds like a dime. Вот если бы была там добротная эльфийская какая-нибудь жируха, лесбийская, как в этом, в Одиссейском Ассасине. Большая, статная, жирная, негритянка лесбуха, блять, отожравшаяся на оливках. Это да. А тут чё он? Это нихуя, блин, надо. Надо валить из города. А, это не он ее жених, всё. Всё-таки не инцест, нет. Очевидно, твой жених предел мечтаний, а вот моя невеста дохлая мышь какая-то. Уверена, что она вполне себе лапочка. Тебе нравится мой жених? Сука, они там все, что ли, блядь, поэты? Попидаревшие, блядь. И нашим, и вашим, нахуй. Я бы, говорит, за него подарил, сука. Блядский пидорас, а?
балуются там потихонечку, нахуй. Так, а куда? Назад. Блять, шлем где-то спиздил. Ну тут DLC какие-то уже в комплекте есть, поэтому... Чего? Что? Вам надо? Я не хочу с вами разговаривать. Да ёпта, заставка. Ух ты. А вот пиздит. It's a party, isn't it? Grab a whore and have a good time. Savor the hunt, boys. Take this little elven wench here. So young and vulnerable. Какие-то странные люди пришли. Please, my lord. We're celebrating weddings here. У нас же тут свадьба. Silence, worm. Цыц. Ворм, он сказал... Maybe we shouldn't get involved. Ну, типа, мало. Написано молчи дрянь, а ворм это ж червь. Ошибай. Какой эльф не мечтает о крепком мужчине. Я не дам этим людям нас уничтожить. И это вперед как та-да-та-да-дан. Дорогу эльфям, блять. Fine, but let's try to be diplomatic. Давай, говорит, попробуем договориться. Не, нахуй миром, сейчас, короче, по щам просто. Lovely one come to keep me company. Настучать. Давай поговорим мирно, мечтать не вредно, человечество, ты пожалеешь о том, что натворил. Do you have any idea? А мне насать, кто ты такой, блядь. Ой, баба убежала какая. Ой, бутылка по еблу. Сейчас еще отпинают, нет? Обоссут и в жопу выебут. Кстати говоря, блядь, эльфы. О, создатель. Сейчас и тебя на бутылку посадим, блядь. Будет тут. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. Там скоро перекур, по-моему, должен быть уже минут через 20. Everybody else all right? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Jarl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. Эльфы-алкаши. Вот это круто. Вот это здорово. Тогда этот... Так, а что там вообще? Ну ладно, давайте не будем из-за этого портить себе праздник. Запинали, блядь. Только что какого-то боярина на бутылку посадили. Теперь ладно, давайте ведь веселиться. Блядь. Все хорошо. Тогда этот странный красавец должно быть не... Нелорос, единорос, короче, я его буду называть. А этот юноша должно быть мой жених. Это тип рядом с ним. О, прям все. Yes, единорос, твой жених, да ну нахуй. У нас лесбийский эльф. Нехер тут подсовывать. Я действительно не на первый взгляд такой непривлекательный. Мне это все совершенно не интересно. Конечно нет. Конечно не хочу, блядь. Слушай, а что-то вот прямо насколько дубляж очень кривой и плохой. Настолько, примерно, настолько кривые субтитры. Читаем первое предложение, первый вариант. Ты не только страшная, но еще и тупая. Или не знаю, или они там все, блядь, эти трансгендеры, блядь, хуй знает, там с хуями и вагинами шляются тут. Тогда бы оно тижировало бы его тогда хотя бы как так вот, как оно, блядь. Ничем не могу помочь. You have a lot of nerve talking to me like that.
Come on, cousin. We should let them get ready. Просто, ты тупой, блядь. Ох, будет тяжко, наверное, проходить игру в таком ключе. Это Вован? Он вернулся? Если свадьбу отложит. Еще человек пришел. Единороссы, те пидоры были. Ну да. На транс. Возможно. Кто бы он ни был, надо его выпроводить поскорее, пока кто-нибудь не наделал глупости. Это точно. Пойдем поговорим с ним. Ну, один человек много бед не натворит. Давай его просто убьем, блядь. Тогда напугаем, да. Задание обновлено. Так, праздничный день. Разузнать о новом числе. А, ну короче, давай посмотрим, что там. А, Дункан. Здорово. Пенни, кстати, пожалуй, это семейный. Давай лучше поговорим о предстоящей драке. Спасибо, но тебе лучше уйти, не хочу неприятностей. Я здесь дела, человек. I believe, however, that I may have already found what I was seeking. Нашел то, что искал. Блять, а чё? Тут прям вообще как-то вступление какое-то прям очень короткое. Где драки? Где вот это вот все? Где лесбийские игрища в конце концов? Вот башни магов там круто было. Там куча заданий, там какие-то завязки. В этом за знатного человека, когда играешь, там тоже какие-то завязки там ночью. Там можно сначала выебать эльф. Пику, вернее. Я не знаю, можно пойти эльфу. А, эльф тоже можно выебать на случай. Вот. И потом ночью врываются, короче, начинают всех пиздить. Ты пиздишь кого-то, и все друг друга пиздят, блядь. Все круто. За гнома не помню, что там. Сейчас посмотрим, короче, как будет здесь. I'm sorry, but I have no intention of leaving. And I refuse. Скажу, что я не уйду. Что дальше? А мы... О, может, ему по щам можно давать. Дункану. Surely it has not escaped your notice. Заметил, что я не только вооружен, но и закован в броню. Any fight between будет односторонним. Ничего, у меня есть некоторые хитрости. У меня член в штанах, блядь. I have no intention of leaving, unless you intend to force me. Блядь, чё разговор вообще, блядь, со стенкой? Try not to die. I'll run for help. No need. I'm not here to fight you. Still, I find such bravery most impressive. Смелость впечатляет, не правда, Вальдемарин, блядь? Как его зовут, блядь? Приятно встретить тебя снова, старый друг, мы так давно не виделись. Так, это старейшина. May I present Duncan, head of the Grey Wolves? Глава серых стражей Фрил. Так, серые стражи, мы все прекрасно знаем, кто такие серые, зачем нам пожаловал. Сторону человека, но здесь не место, рад знакомству, Дункан. Зачем к нам пожаловал серый страж? Начал смор, Кайлан собирает в серость. Ну, понятно, короче, право призыва, бла-бла-бла, все такое. В принципе, блядь, вообще ничего не интересного в этом прологе. По-моему, в этом за аборигены эльфы, по-моему, и то интереснее. По лесу бегаешь там по этим попальным. В этой как у финиковой юбки, блядь. Там и луком добротно можно разжиться. Пока вот здесь я вообще ничего не видел. Отправляйте нас. Да какое нахер свадьба?
Я, блядь, с ведром ночным на голове, блядь, ношусь. Слушай, а можно как-то не бракосочетаться, блядь? Лесбийские бабы не, не бракосочетаются с трансгендерами. Более черные. Валендриан и мать Боэн are here. Валендарин и мать Банана уже здесь. Время пожрать. Если это необходимо, заставьте меня. That's the spirit. Friends and family. Мы чувствуем не только этот союз, но и наш род, родственные узы. Мы свободный народ, так было всегда, туда-сюда, там именем Кокос, Анфисы, и мать уши, инчане, блядь. Что там опять случилось? А, вот это, центральный церковный пиздан Андрасты. А имя создания, милорд! А, о, опять этот, это которого на бутылку посадили. I'm having a party, and we're dreadfully short of female guests. Milord, this is a wedding. Видимо, if you want to ждал, пока скрипт сработает. And have tea parties, that's your business. But don't pretend this is a proper wedding. Now, we're here for a good time. Со стражниками пришли. Ладно, сейчас будем махаться, короче. Just a good time with the ladies. That's all. Остальных тоже надо. Привет, самое. На бутылочку, да? Возьмем этих двоих. Ну и вон того. Пидора, блядь. Давайте сюда. Let me go, you stuffed shirt son of a. Oh, I'll enjoy taming her. Со звуком нормально все слышно там. Don't worry, I won't let them take you. Вроде должно быть хорошо все. Волосы, я не дам им забрать, а меня никто и не заберет в анальный рабство. Сон. Так, я справлюсь. Нам нужно бороться. Я пойду с ним, все будет в порядке. Беги, надо выбираться. Я не дам им забрать Шань. Yes. Such a well-formed little thing. You villains! Oh, that's quite enough. Злодеи. I'm злодеи. Sure we all want to avoid further unpleasantness. Хватит уже, уверен никому из нас. Ну, сейчас еще разочек присядешь. Пожалуйста, не бейте нас, не прикасайся ко мне, возьми меня, не отпускай. Oh, this one has spirit. Сука, пчеловод китайский, блядь. Дай мне меч. В перерывах некое обучение, он все-таки присутствует. Ну это ладно, я все и так прекрасно помню. А куда ее там? А, затащили в этот погреб. Тех. А погоди, а где там этот Дункан был? Ходил там с этим, с мечом. Он там спрятался, блядь. Зассал! Glad you've still got some fight in you. They locked us in here to wait until that bastard is ready for us. Ублюдок не будет готов нас принять. Так. Мы убьем первого же человека, который откроет дверь. Ну, самый здравый вариант, мне кажется. What makes you think we can kill anyone? Make her keep us. Make her protect us. Make her keep us. Make her protect us. Great. Now this again. Так, что там по заданиям-то? Про так, найти выход. Окей. Что тут искать-то? Блять, тут некоторые не взламываются двери.
А и там наук, в принципе, пока. Так, может быть, где-то что... А, вон там, надо поговорить с Шанни. Look, we'll do what they want. Go home and try to forget this ever happened. She's right. It'll be worse if we resist. Что, я думал, не существует негров, эльфийка. Я думал, они все белые. Хотя вон у нас какая черная. Просто сажей намазалась, блядь. Ан снига. Сохраняйтесь потихо, не делать ничего, пока не скажу. Если будет шанс, не упустите его. Hello, wenches. Сейчас перережут всех хуя. Stay away from us! Ну-ну. You killed her. I suppose that's what happens when you try teaching whores some respect. Now, you grab the little flower cowering in the corner. Horace and I'll take the homely bride and the drunk. Там перекур близится. You two, find the last one. She's the scrapper. Невероятно, с невероятной скоростью. Perfect gentleman. Now you heard the captain. Be a good little wench or you'll end up like your friend there. Horace was right, she's a scrapper. Hello? Oh, look at this. A little elfling with a stolen sword. С мечом пришел. Сам обоссался. Oh, sod. Так, а что тут можно... А, удар... Подожди, а где меч-то? I need to be brave. Сейчас и этого зарубит. Блин, а там же что-то взять можно было. Are you all right? They didn't hurt you, did they? Поверить не могу, что ее убили. Ты в порядке? Тебя не ранили? Нет времени болтать. Остальные ждут нас. Сверхстраж Дункан или Дункан дал нам с пидорасом меч и арбалет. Но это все, что у нас есть. Окей. Идем по пути, подберем оружие. Nella Ross is guarding the end of the hall. Let's figure this out with him. We should hurry before something happens to the others. Так, стражник, у него можно что-то спиздить. О, доспех, булаву. Блять, а этому тоже надо что-то дать по идее. Как-нибудь приодеть его. Так, инвентарь. Что имеем? Кинжал, булава. Кинжальчик. Так, арбалет нахер он нужен? Да ладно, себе возьму. Как второе оружие. Так. Щит не нужен. Сапоги говно. Лучшие лиц какие-то. Понятные. Я не провидицы. Так. Но он все равно, в принципе, целиком-то не будет, наверное, всю игру. Так что можно ему дать лаву. Слушай, а почему... А, мне силы не хватает, да, там 14 единиц силы, чтобы... А этому товарищу хватает. Сейчас мы его приоденем. Пускай с булавой и щитом. Так, а может быть я могу подеть одеяние провидица? А, это требование маг. Так, в какую сторону? Сюда.
На, нахуй меч. Ебашь кулаком, блядь. О, тут книжки. А во, блядь, тут на тап. Бренди. Обязательно. Крысиный яд. Бездное кольцо. Это же продать можно. Че их хаус-ниггеры? Разные. Да, блядь, ну что тебе надо? I don't recognize you, elf. Wait, is that blood? Your bandits, rebels, outlaws, the guards will make quick work. Мятежники, преступники. Все нормально. Сейчас он его затащит, блять, в угол. Я Педрилия, это Солярис. Yes, drag them to Lord Vaughn's quarters. They did. You should hurry if you want to help them. Now, if you'll excuse me, I'm getting out of here before the storm hits. Так. Where did you get away? Что-то я, по-моему, не туда зашел. You better talk quick, scum. Я, то есть он. Живо признавайте, блядь. А, проклятие. Что уж там, напасть. You insane? You maggots are gonna die slowly. Короче, что-то прям. Сейчас его запиздят, мне кажется. О, уровень. Бля, он все, совсем помер, что ли? Или не, не, он, наверное, это, должен очухаться вскоре. О, май. Игру нормально слышно? Всем, ребят. Вставай! Солярис. We should hurry before something happens to the others. Так, тут разные комнаты. О, можно пошариться. В принципе, вон. Винная стойка, бренди. Опять железные кольца всякие. Больше вроде и тут нету ничего. А, надо уровень повысить. Стопудово. Солярису пизда, да. Солярис ДТПшнулся, блядь. Сипукнулся. Так, что нужно? Хитрость, ловкость. Немножко силы бы, конечно, подбавить. Потому что слишком очень это, очень мало. Дипломатия, военность. Давай дипломатию будем включать. Так. Двойной удар. Double penetration, блядь. Взмах парным оружием. Удар ниже пояса. Так, поддерживание эффекта 53. Так, пока активна эта способность... Персонаж одновременно наносит удары с обеих рук. Атаки наносят увеличенный урон, но регулярные критические попадания становятся невозможны. Так, взмахивает оружие с обеих рук. В широкой дуге поражает ближайших врагов одной или обеими руками, нанося урон значительно выше обычного. О, давай. Жух-жух-жух. Нормально, сойдет. Блять, сука, нахуй ты его сбил.
Oh my. Нормально, ну отлично. Надо два кинжала взять, блядь, так быстрее будет. Может и нет. О, меч какой-то прям лютый. Одолженный длинный меч. Кинжалы, они одинаковые. Не, о, можно... А, не, булава это только в ту руку. Ну, в основную кладется. Все. В целом. А чё, не попал, что ли, блядь? О, оружейная стойка, вот это то, что надо. 9, 7, 9, блядь, чё? Что, блядь, за урон такой? Луки, ну это, короче, там всё продать можно, конечно, будет. Больше... Давай посмотрим, что там. Что-то там вообще получилось. Кинжал. Понятно. Лава, понятно. Арбалет, понятно. О, шлем. Не, шлем круче. Чаток вообще нет. Никаких. Боги у меня лучше. Так, кожаный доспех. Хотя бы какая-то броня будет. Хоть что-то, блядь. Если... А, о, бонус, бонус за комплект, да, тогда лучше вот так вот. Бонус за комплект. Так, а этому товарищу можно что-нибудь другое дать? Все то же самое. Все то же самое. Абсолютно. Да, на... А, о, шлем ему можно накинуть. И все. Че ему... Здравствуйте. Ой, пизда. Зарубили. Elves run in packs, like rodents. Should we keep the knife here, bitch alive? Убьем остроу. Стерву. She dies. Don't worry, sweet thing. They're being taken care of. Когда лорд Веган с ним закончит, настанет ваш черед. Да подожди ты. Сейчас этому Солярису опять пизда настанет, мне кажется. Его там уже почти замахали. Ну что, сзади подойти? А дай мне собрать, залутать-то этих товарищей. Он умер, спасай меня, идем, надо за остальных. Так, он умер, ну мы покажи, надо действовать, значит, все равно. Так. Идем, надо спасать остальных. Подожди, куда делись трупы? А, все, нашел трупы. Залутать серебришко, точнее эти там бронза, по-моему, да, или какая тут валюта вообще получается, монеты там, да, там, короче, кажется, бронза, потом из какого-то количества бронзы складывается серебро, из какого-то количества серебра складываются как раз золотые монеты, по-моему, из 1000 таких вот этих разных. Так, подожди. Тут я был, а тут я пришел. Опять эти сволочи. Как их много. Чё там, щит-то можно взять какой-то? Не, ну мне-то он не нужен.
О, эльфы. Железная тумбочка. Все, все лутай. Все, все на продажу. Все пойдет на продажу. Ёпт. Вот это вот я вообще неудачно зашел. Не, ну тут Солярис, смотри, он как всех пиздит. Ой, блядь, открыл. Ну ладно, можно опыт полутать пока. Подзаработать момент. Под 7 опыта целых. Дрессировщик Мубари. Кварц, кварц, я не помню для чего нужен, но, короче, продать его тоже. Агон Мабари, ладно, сиди себе там. Блять, идите. А, это стражник больнее. Human. Потом к кому обращается? О, да, двойной удар. Дабл пенетрейшн. Нормальная вещь, кстати. А что так? Рубит, проходит. Так, что-то больше нет, ничего. А, тумбочка. 5 бронзовых монет. Ну, блядь. Что нищие такие? Не, ну правильно. Броне получается, товарищ. Хотя у меня тоже какая-то накидка, бронелифчик, так сказать, существует. Жизни скоро закончатся. Подожди, у меня есть какие-нибудь зелья? А, во! Припарки, ёпта. Припарки. Зелье мало, маны нахер не нужно разбойнику. В принципе, глубинный гриб. А глубинные грибы, я помню, там потом надо магам будет отдавать, чтобы они из них это варили зелье. Так, тут закрыто. Блять, сколько вас тут? Всем охренеть уже. Про динамил. Все, весь замок и перерезало, и все нормально. И все хорошо. Так и надо. Только так. Так, в этой комнате, по-моему, будет это, заточенная Курулева. Чё он не это? Как-то странно, скрип не сразу сработал. Пиздюку дать? Кому дать? Зелье маны? Так, целебный припарк, а вот тут можно замечательно открыть дверь.
Солярисом махать. Так, а что тут можно вообще взять? А, тут только сундук с орнаментом. Видимо, там что-то ценное. Хотя, по факту, может, блядь, как, какое-нибудь кольцо или... Какое-нибудь такое вот говнище. Давайте с стороны жопы подойду, парка. Зачем пиздюку припарка? Он и так восстанавливает. Малахит, кольцо и он ожерелье, блядь. Эти кусточки макмаги. Нахер оно надо? Чё сюда вообще пришел? Так, там закрыто. Ну, здесь открыто. О, Фин. Парка. Фин. Припарка. Видимо, сейчас будет что-то жесткое. Раз тут так припарки раскиданы, бальзам для восстановления этой ярости скидан. Под замком эльф сидят такие, блядь. Частные документы, по-моему, наемникам давать будет. Я, если честно, не очень собираюсь вот эти побочки проходить, типа, помоги магам там, помоги магам там, помоги наемникам, убей того, убей всего, блядь. So oh говно дракона. Hey. Под жопу дракона. Из жопы. Блять, надо. Прости, не пить. Сейчас все равно перекурчиваем. Сейчас дойдем. До конца этой миссии. Прибудем в Стагар. Кто-то, блять, спрятал какие-то частные документы. О, серебришка. Так, тут хоть больше нет ничего. А, во. База. База тоже. Хороший там эльфийский корень. Слушай, а сохранится на F5, да? My, what have we here? Don't worry. We'll make short work of these two. Quiet, you idiot! They're covered with enough blood to fill a tub. What do you think? Тише, дурень. Хотя он сказал, молчать, идиот! А, блядь, я тут говорю, насколько отвратительный дубляж. Хорошо, хотя бы я озвучку поставил. Нормальную. Человеческую. Иностранную, блядь. Сабы тоже тут. Такую дурь, блядь. В сабах и в репликах, предлагаемых игрой. Взгляни, сколько на них кровищи. Как ты думаешь, что это значит? Догадливый. Here's our situation. You are skilled, obviously. We fight here. Perhaps you could even manage to kill us. My father won't let that go. Your pigsty of an alienage will be burnt to the ground. А ладно, насрать, что он там сделает. Наш не сравняет в любом случае. Кто будет? Прислуживать. Откуда хаос нигеров брать? Как и не из эльфинажа. Так. If you can find it, that also won't stop your alien. Да плевать, его все равно там будут жечь, там эти зараза будет всякое разное. And what about you? Does this woman speak for you? Надо его садить на кинжал и все нормально, на бутылку. You're right. You're absolutely right. I always regret talking to knife ears. Now I'll just gut your ignorant carcasses instead. I'm going to tear you in two. Богдан. Ah!
Зачем я яд изготавливать начал? Хотя вроде не еще. О, Богдан залутали. Dead. Tell me we did the right thing, cousin. Конечно, правильно. А, веган или веган? Не знаю. Богдан. I'll check the back room for the others. Я поищу остальных. Надо, короче, сейчас это... срезать скальпы, так сказать, с пенисов. Куча денег, да, блядь. Целых 5 древесины. Условно говоря. Я все, блядь, не могу от этого отойти, от Одиссея, блядь. Где тебе за дополнительные задания платят оливковой веткой? Это вот прям вообще люто. Вот, и я потом вообще бросил выполнять это. Сейчас там по сюжету пока бегаю чисто. Нахер. За 19 палок оливкового дерева? Нахуй надо, блядь. Бегай, блядь, это. Сходи туда, принеси то, убей того. В задницу. Не оставляй меня. Не, ну что, тут драма должна быть. Хотя нет, Шаня должна выжить, потому что она вроде по сюжету еще пригодится. Ульфина же, когда там будет это бубонная чума, условно говоря. So much blood. I can't stand to look at. Я не могу идти, я не могу смотреть на кровь, она повсюду. You killed them, didn't you? Ты правда убил? Нет, блять. Good. Ну как, не всех? Good. По-моему, всех. Все, кто там был, блядь, просто. И все, так, давайте уходить. Жить будет. Ну, остроухая сволочь. Личные мысли. I can't wait to leave this place. Кто-то тут останется, по-любому. Крысовирус, да-да. Там и крысовирус, блядь. Свиновирус, блядь. Там все вместе. Where is Tormi's daughter, Nola? Nola didn't make it. She resisted. They killed her. А, эту как он? The guards killed him. I see. Она, монашку запенетрировали. The rest of you ladies, please take Shani home. She needs rest. Of course. Now tell me, what happened? А, теперь скажи мне, что случилось. Воган мёрз, Эрла чуток подсократилась, блядь. The could be on their way. You have little... Да, вот и сейчас он все равно, кажется, сейчас и использует свое право призыва в Серые Стражи. Вот, сейчас, короче, вот это вот всё говно просмотрим, и перекур будет. Значит, стражники, вероятно, уже идут сюда. У нас немного времени. Так... Do so, and you will put us all in danger. The guards are here. What's Don't panic. Guardian is here. Let's see what comes of this. Говорит товарищ. Паники. I seek Valendrian, elder and administrator of the alienage. Here, Captain. Валериана просит. I take it you have come in response to today's disruption. Don't play ignorant with me, elder. Такого капитана там не было. Это, видимо, какой-то специальный капитан для Эльфинажа. Потому что потом в ходе сюжетки вряд ли появится. Вот я его не помню. Видимо, специально обученный человек. Даже конкретно. Сын Эрла найден мертвым в луже крови. И не только он, в крови весь дворец. Мне нужны имена виновных немедленно.
Это я. You expect me to believe one woman did all of that? We are not all so helpless, Captain. You save many by coming forward. I don't envy your fate, but I applaud your courage. Когда в прошлый раз в городе были солдаты, дома можно было красить кровью. Back to your houses. Captain, a word. Второго этажа. What is it, Grey Warden? The situation is well under control. Что такое серый страж? Be that as it may. Да, я прибегаю к праву призыва серых стражей и беру уже эту женщину под свою опеку. Сын угнетенного. Хорошо, блядь. О, блядь, сын угнетенного. У них там вообще какая-то хуйня в этих субтитрах происходит. То... Она называет этого вроде мужика бабой, хотя хуй знает, может быть это даже оно, транс какой-нибудь. То он главного героя. Блять, сын пидораса, блядь. Пиздец. Тож, придется тебе пойти со мной, окей. I did not do this for your benefit. I needed a Grey Warden. Ну да, их там, короче, что-то вообще слишком мало осталось. You did what you had to do to accomplish your mission. We need people like you. Now quickly, say your goodbyes. И, короче, он изводит набор, так сказать. Вооруженные силы Ферелдена. У нас осенний призыв начался, блядь. Так, что там по заданиям-то вообще? Твой жених, так-так-так. Ты согласился к древнему ордену серых стражей. Это удобно, ведь таким образом ты еще не... Ты еще и ускользнешь... А, таким образом ты еще и ускользнешь от наказания. Все, блядь, что-то шрифт какой-то. Понятно, сразу не прочитаешь. Так, ну тут... Да все, пошли, ёпта, еще... Are you ready to go? Эш, готов, да. Погнали. Good. Then we leave for Ostagar. Перекур надо. Перекур. Перекур срочно. Анфис. We will be traveling through the hinterlands to the ruin of Ostagar on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan! King Caelan, I didn't expect a royal welcome. I was beginning to worry you'd miss all the fun. Предатели. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. Бок о бок. The other wardens told me you'd found a promising recruit. С могучим Дунканом и серым. Короче, он этот. Мечтал с миф легенд про серых стражей тут. There's no need to be so formal, Duncan. Коне. Вперед, блядь. Ho there, friend. Might I know your name? KGB-шник с наганом на вытянутой правой руке, блять. Я Педрилия, ваше величнее. У нас же стервозная баба лесбуха. I remind you that you speak to the king of Ferelden. Что ты говоришь с королем? Да плевать, блять. Have you any news before I go? Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliff forces could be here in less than a week. Сука, щекастый пчеловод. We've won three battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Жирух тут не сделать, не отожраться. Похоже, еще немного ему так. Говорите весьма уверенно. Overconfident, some would say. Right, Duncan? Нахуй послать в этом, Your Majesty, в этом контексте пока не получается. Игра не предоставляет. I'm not even sure this is a true blight.
There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Перекур. Очень надо и очень уже пора, мне кажется. Полтора часа стрим идет. Пора же? What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Король сказал правду. Здесь было одержано несколько побед. Рождение дней. Хорошо. Так, похоже... Ну, а может... True. Не принимает, товарищ. Всерьез. Товарищ, ему... даже я не знаю. Низко, скорее на зомби похож. I know there is an archdemon behind this, рождение тьмы. But I cannot ask the king осквернённые on my люди. Feeling. Но он тут, по-моему, как раз объяснил. Нам надо поторопиться, да. We should proceed with the ritual. I agree. We have until nightfall to begin the ritual. Чтобы стать серым стражем, каждый новобранец должен пройти тайный ритуал, который мы называем посвящением. Ну да, сейчас он скажет этого. Иди найди Алистера, он недавно стал тоже этим серым стражем. Алистер как раз скажет, пойдем. Но сначала познакомимся со всеми товарищами, потом пойдем в этот в лес чудес через дорогу. Там наберем цветов и кровища упражнений тьмы. И потом спевать из кубка. Устраивать оргии. Ну ладно, без оргии. Что, кстати, обидно. Да, здорово. Так, прибыл в Стагар. В общем, куча квестов, там и побочных, и не очень давали. Здесь будет распят потом король. Внезапно. Пока... Что пока можно сделать? Пока перекурчик, наверное, можно. Организовать, да? В принципе. Давайте на это как на 4 минутки сделаем перекур. 2 часа все-таки прошло. У меня закончился чай. Короче, господа, перекур. Продолжим. 4 минуты. Где-то тут у меня была прекрасная кнопочка. Такая. Все, курим. Курим, курим. Через 4 минуты, повторяюсь, продолжим. Перекур.
чаючек налит. Камеру немножко вверху. Точнее, вниз убежал. Ну и ладно, пофиг. Я ее опять не удлинил. Насрать. Ладно, пускай так. Короче, что у нас? Курчик закончился. Да, надо этот, как он на Ютубе, тайминги у бота поубавить маленечко будет. Так, о, продолжаем. А, вот так вот. Погнали. Думаю, сегодня... докуда дойти-то? Наверное, Астагар пройдем. Я и так все знаю. Так, тут какой-то квест. Квест на Мабаре. Где-то тут Мабарная. А, его пока и взять. Ему, а, можно, можно. Потому что можно обзавестись пёселем. В принципе. This is a Mabari, smart breed and strong. А что случилось? And the poor hound swallowed darkspawn blood. Окно переключилось. I need him muzzled first. Так, у меня... А, там, короче, насколько я помню, цветок какой-то лучше нужно достать. И... Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. А, сейчас, погоди, сначала... Типа познакомиться, говорит, но он очень был убить собаку. Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? There's a particular земли, говорит, собираешься. Конечно, собираюсь. Травищ-то надо где-то искать. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white with a blood red center. Так, ладно, я попробую поискать. Просто расспросы вот эти сейчас уже бессмысленно, все и так знают. Весь лор, так сказать. Так, где у нас товарищ священник в серой страже? Нет, подожди. Так, надо найти серого стража по имени Али. А, я знаю, где он. Я-то знаю, где он. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the circle? Надо, кстати, посмотреть, там вроде еще что-то давать должен был. Сказать. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The grumpy one. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. Дуреха. Откуда они знают, то, что я эльф? Там, ушей же не видно нихера. Там черный эльф. Хаус-нигер по-любому. А, знаешь, даже у Мора есть одна хорошая черта. Он так всех сближает. Is it? I'm trying to find a bright side to all this. I suppose it wasn't very convincing.
Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another maid. По-моему, стандартная фраза. Они, по-моему, везде. Ну, разве что, кроме гнома. Гном не может быть магом. Должно быть Алистер. Glad to meet you. As the junior member of the order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Меня зовут Педрилия. Как гордо это звучит. You know, it just occurred to me that there have never been many women in the Grey Wardens. I wonder why that is. Так, женщина говорит, мало в стражах. Yes, sir. Слушай, so вот так-то лучше, он же лютая лесбуха. Или вот, ты вообще когда-нибудь сталкивался с порождениями тьмы? Пока вроде еще не попадались. Лорд, ну мы знаем, не надо там. Нет. I imagine he's eager to get things started. 30 раз. Идем. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Вопросов нет. А, уровень надо повысить. Так, ловкость, хитрость. Давай два. Хитрость. Одну в ловкость. Что еще тут? Копировать. А это... А, это типа баф. Баф. Не нужен он криты. А это... Тип действия. Одна разбойник. Бесчетно наносит пинок ниже пояса. Бесчестно наносит пинок ниже пояса. Атака наносит обычный урон. А цель, которая не... проходит проверку физической устойчивости, получает штраф к защите и скорости перемещения. Ладно, потом что-нибудь придумаем. А, Алистеру надо, наверное, автоматом поставить. Пошли собирать ингредиенты для посвящения серии Ануса. Дункан. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. George, рыцарь. How do you do? Redcliffe. And this is Davith. Давид, парень из Денерима. Charmed, my lady. And this, of course, is the recruit. Все, мне кажется, их больше было. Кажется, их двое было. Может, мы поторопимся? Все-таки. Время идет. Стрима. Время уже. Точно. 20 минут. Отступ по московскому. Сколько? Если у меня часы не спешат. А второе? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago, and we could no longer afford to maintain such remote outposts. Повстречается Морриган. Морриган. Она же на превью нарисована. Alistair, I want you to retrieve. Да, кстати, напомнить хочу завтра, там, примерно в 7 вечера или 8 вечера LA Noir. Также представлен Рим. The scrolls contain treaties promising support. Тоже начнем, так сказать, прохождение. Классная игра. Вот. Параллелить надо. Dragon Age и Лейнуар будут чередоваться пока что. Может быть, более. Чё?
на Хэллоуин, на 31 число будет ремастер Call of Cthulhu. Я посмотрел. Вроде он выходил. Так что, почему бы нет? Эл, я сказал, что вы все имеете бизнес в Вайлдсе. Двери открыты для вас. Просто будьте осторожны там. Даже Грей Уорден не будет безопасен в лесу сегодня. А, еще разбор прохождения с этого Seven Sins должен нормально видеть. Но, может быть, на следующей неделе, я не знаю. Разбор записан, продублирован в облако. Надо к монтажу приступить, как. Думаю, как только я с монтажом закончу, так сразу он выйдет. Примерно. Но я еще даже не начинал. Поэтому как начну, как закончу, так будет выложен разбор. Волков ничего толкового нет. А, тут припарки, шкуры, нахер. Они, в принципе, тут не нужны. Сионер Джогби какой-то. Так, чё, письмо. Брать. Задание миссии. Блядь, тут и я не хочу тут шляться и с этим миссионером. Тут в любом случае говно какое-то дадут. За это задание. Ну, тут, блядь, очень много времени потратишь. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. А, у него бинты. Как оказывается, есть. I've got to get out of here. Перевязали нормально, встал, пошел. Нужно было его просто оставить, он просто упал. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? A hundred? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Куда вернемся? Надо вперед идти. I still do not relish the thought of encountering an army. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. Серые стражи чувствуют. That's why. Состояние. Так что-то он пока вообще ничего не чует. But we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Так, где тут этот полевой цветок? А какой там цветок нужен был? Мабаре. Чтобы вылечить его, нужен цветок, который растет в диких землях. Это цветок белый с красной серединкой. Вот этот вот. Да, кажется, он. Да, предмет получен, задание обновлено. Несет цветок. Так, эльфийский корень. А вот эти, как они? Порождение. Тимов. Генлок.
Гарлок. По-моему, да, там. Да, один Гарлок, другой Генлок, блин. Один Гера, блядь. Ой, Виталик. Нормально. В смысле, в чем смысл? Это повествовательная игра. Вот, можно сказать. Ну, не то, чтобы Mass Effect, в принципе, но тоже такая сюжетная вещь. Есть некое королевство, которое нападают в рождение тьмы. Начинается мор каждый там, ну, условно говоря, 400 лет. Вот и на выбор, так сказать, несколько персонажей, несколько историй. Вот, каждый со своим бэкграундом. Вот начинаешь, тебя в любом случае вербуют в серые стражи, и начинается как бы борьба с мором. И сейчас все не так радужно получится. Блять, кого он убежал? Сволота. Сволота. А, не, за травами пошел. Это уже про инквизицию. То есть там, блядь, симулятор травм чистейший. Ходишь, лутаешь травы, блядь, варишь зелье. Ой, блядь, я у тех забыл взять склянки. Опыт зарабатывать надо. Сколько я там? Раз, два. Три. И чё? А, всё, я собрал три... Так, всё, теперь можно... Тайник. Насрать на этого Джогби, я тут не собираюсь бегать еще полтора часа. И то там, короче, в итоге выяснится, там развеиваешь, там собираешь части всякие, потом развеиваешь на высоком месте этот мешочек с прахом, появляется демон, ты его пиздишь и получаешь какое-то говно. Нахер, ну оно надо. Ник серых стражей, он... А, ну, тут недалеко. А, это, Wolfemon Castle? Ну что? Я знаю, интерактивный кинчик от этих товарищей. Телтейл. Волка прикольный, я... Я хочу перестримить этим... Как?
Ходячих мертвецов хочу перестримить, тем более третий, по-моему, я не проходил на четвертый сезон, поэтому надо все это перестримить. Лесбияничать мы будем, по всей видимости, с этой, с Лианой, потому что... как она? Морриган, она, по-моему, не в восторге от лесбух. С мама... Не знаю, что... Я знаю, Вулф Амонг Ас, это этот... Ну, кинчик-то интерактивный. Про этих сказочных героев, так сказать. Только в это в суровом нуаре. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder? Come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey. В смысле, нет, так, тогда такую игру я не знаю. What say you, hmm? Scavenger or intruder? Так, так, а что он говорит? Что ты... Что говоришь ты? Ты завладеть желаешь этим местом или копаться в мусоре? Is a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. А, ну, новая игра. Ну, не знаю, надо глянуть. Что там за Амонг Ас? Я забыл спросить. Тут что-то опять алертит. Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes. Я тут все под рукой, вся аптечка. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies those legends. Ой, блин. Хреново провалилось. You there. Women do not frighten like little boys. Tell me your name. Скажи мне свое имя. В ответ я назовусь. Мое имя Педрилия. And you may call me Морриган. Можешь, коли Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? Нормально рифмует. Some kind Правда, sneaky... поближе к этому делу. Со всем фанатизмом подошли, она к каждому предложению в рифму говорит, хотя такого не должно быть. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer, if you wish. Как, оператив? Не, ну тогда мультиплеер на меня не очень обещают. Не знаю почему. Не буду. Так, потому что я не брала их. Название это ты можешь повторять сколь угодно. Но здесь оно уж ничего не значит. Не боюсь я. Twas my mother, in fact. То мать моя была. There is a sensible request. Твоя like разумная you. Просьба. Нравишься ты мне. I like you, but then zap. Хотя я не знаю. Вообще можно с ней полезбияничать? По-моему, нет. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Кажется. Вот с этой, как он? С Лилианой можно будет лесбийские игрища устроить. Потому что она типа Барт, всем там... Сам, перед кем попало, ноги раздвигает. I bring before you four Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected.
Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Точно ведьма. Надо говорить с ней. А ты как думал, ты пришел в дикие земли Каркари, это пристанище ведьм. Ну, правда, она тут одна осталась, потому что всех сожрала. Но об этом чуть позже станет известно. Ну, как чуть позже, ближе к концу. Ну, или в середине примерно. А как насчет тебя? Эльфийский ум позволяет смотреть на вещи по-другому? Чему ты веришь? Я не дура, если речь об этом. Не знаю точно во что. Верю, что ты сумасшедшая и, возможно, опасна. A statement that possesses more wisdom than it implies. Be always aware. Or is it oblivious? I can never remember. So much about you. Помню или не помню. Китайский пчеловод, точнее, бурятский. Do I? Why? It seems I do. So this is a dreaded witch of the wilds. Witch of the wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales. Как она танцует под луной. О, блядь, что ты несешь? Сзади стоит, блядь. They did not come to listen to your wild tales, mother. True. They came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. Ты может забудешь. Oh, you protected them. Я точно забуду. Я помню, потому что вот я летом перепроходил. А в том году я летом Mass Effect, по-моему. В этом году Dragon Age. В следующем году. А, я второй Dragon Age еще не перепрошел. Ну, то есть в следующем году буду второй Dragon перепроходить. Так, а почему нет? Несите их серым стражами и передайте, что угроза Мора сильнее, чем они думают. То есть это, я думаю, они с радостью последуют. I cannot be responsible for their doubts. I would go mad. Or am I already? Это вообще ни к чему. К чему вообще непонятно. You have what you came for. Странный субтитр. Time for you to go then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Там, по-моему, сейчас посмотрю. Она иногда может. Я не знаю, с чем это связано. Она иногда может так делать. Там надо, короче, это самое, передобавить сцену с камерой. Ну, я все забываю это сделать. Может на следующем стриме. К следующему стриму, к завтрашнему вечеру я, наверное, сцену передобавлю и... The Mabari stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Я сегодня еще пытался этот настроить шумоподавление. Я не знаю, видимо, я что-то опять не туда накрутил. Ну, буду пытаться громче говорить, чтобы он не отключал. Это и есть тот самый цветок. Yeah, exactly it. Wonderful. Give me a moment, and I'll make this into an ointment. Готовлю из него мазь. Let's give him a day or two to recover. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting. Приходи после боя. Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... Опять говорит, приходи после боя. Задание выполнено. Так, теперь нужно пройти посвящение нашего товарища Дункана. So you return from the wilds. Have you been successful?
Итак, в диких землях вы побывали. Удалось ли вам выполнить задание? Да, мы все принесли. Естественно. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Так, может теперь я рассчитываю... Так. Да, надо, наверное, рассказать о Моригане. Мы встретили женщину, а свитки были у нее. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Я не знаю, что там в бандиками, я ими не пользуюсь. В этом в UBS все проще, можно фильтр построить, когда не говоришь, он выключает микрофон. Так. Я готов. Готова. Я мадама. Я готова. How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. Так. Погнали. Что ёбаный урод? Погнали на. Alistair, take them to the old temple. Это кривоногая косолапая, у нас лесбуха получилась. В раскоряку. Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Я женщина, но похороли вас. Ну, надо было уточнить. Лесбийская женщина, все-таки. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the blight. Серия стримов Dragon Age в поддержку меньшинств, так сказать, угнетенных. Yes, sir knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the first light, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the darkspawn and use it to slay the archdemon. Ой, чаёчку пока попил. Тут таблетка как-то хреново пошла, блин. Так. Давай продолжим. А чё останавливался-то? Вообще там никого... Никчёмное мнение. Вот это вот белого натурала. Вот что это, да? Кому нахуй интересно, блядь, его мнение всех вот этих вот сволочей? Давайте продолжать. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish... Хотя не факт, что натурал, потому что они тут все, по-моему, опидаревшие уёбки. And that one day... We shall join you. Если, говорит, вы сдохнете, ваша жертва не будет забыта. Класс. Сейчас кто-то все-таки сдохнет. И даже не один. Господи, что с тенями? Make us breath. Дыхание создателя. I am sorry, Aveth. Step forward, Jory. Покончил жизнь самоотравлением. There is no turning back. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry,
Этот бы помог ему сипукнуться. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint. А теперь очередь бурятского пчеловода. From this moment forth, отныне и навсегда ты серый страж. Если выживешь, конечно. По всей видимости. Блять. Еблет. It is finished. Welcome. Two more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? А что там в этом, в Скуриме? Там тоже какое-то посвящение было? Я просто не помню, я давно в нее играл. Все прошло, я в порядке. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of that. Гильдия воров будешь главой типа. Не, подожди, насколько я помню, там вроде в этом Скайриме для гильдии воров ты вроде по пещерам лазишь и собираешь этот костюм соловья, что ли, или что-то вроде того. А может, это вообще не обязательно. Я просто так лазил по пещерам. Отдохни немного, а будешь готова. Я бы хотел, чтобы ты отправилась со мной на встречу с королем. Окей. Инвентарь переполнен. Замечательно. Так, а где там? Что за фигня? Будешь нашим королем. Или как там было? You risk too much, Kaelin. The Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. That's the case. Perhaps we should wait for the Orlesian forces. Даже про гильдиоров знают во всем, все в городе. Первое правило бойцовского. Никогда не говорить о бойцовском клубе. Но все уже знают о бойцовском клубе. And you will remember. Наверное, что-то вроде этого. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the recruit I met. Ты же готики, никто не в курсе. А я готик очень помню. Так вот, что? Помню первую очень обрывисто, потом к первой дополнение дикурок. Или ублюдок, или как оно там называлось. Помню вторую, помню замечательное дополнение Ночь Ворона. Вот, ну, прям без подробностей, правда. Очень давно играл и... забыл. Третью тоже как-то пробовал, дикая забагованная игра. А... Четвертая Аркания вообще говнище. Ризен тот же получше будет. Что-то про воров вообще не помню. Так, это тот самый рекрут, что был... А, это тот самый рекрут, что был с тобой на дороге. Я так понимаю, ее можно поздравить? Ну, как видишь. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kaelin. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines. And then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishara. Ну, четвертый, да, это не готика, это просто Аркания. Это так же, как и мафия. Третья, это не мафия. Это потный негрил из гаитянского квартала.
send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. Хочешь сказать, что я не буду сражаться? Блять, Лесбуха говорит, я не желаю быть мальчиком на побегушках. We need the beacon. Without it, Logan's men won't know when to charge. You see, glory for everyone. Там можно пол сменить, пришить ей что-нибудь там, да? Оторвать у поверженного врага и пришпилить себе. Полевая медицина серых стражей. Enough. This plan will suffice. The Grey Warden. Серые стражи зажгут маяк. И не совысь, господа. Or glory. Или как там они? Или это не отсюда? Yes, Kaelin. A glorious moment for us all. Это будет великий миг. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon's lit. What? I won't be in the battle. This is by the king's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs two Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Значит, он хочет, чтобы два серых стража торчали на башне с факелом в руках? Так, на всякий случай, верно? Вот как примерно так он, наверное, возмущается. Хватит ныть! Нам поручено важное дело. I get it. Just so you know, if the king ever asks me to put on a dress and dance the Remigold. Там скоро перекур? У меня чай кончается опять. Уже выпил этого супрастина. Вот, и очень она не пошла, очень горько, и очень быстро выпил чай. Я понял. Ну знаете. Если король захочет, чтобы я вырядился и сплясал Ремигольд, я пас. И неважно, положит это конец порождениям тьмы или нет. Me shimmying down the Darkspawn line? Sure. We could kill them while they roll around laughing. The tower is on the other side of the gorge from the king's camp. Башня стоит на противоположной стороне от лагеря. Понятно. Короче, сейчас все равно все пойдет в неправильную сторону, все накроется. Понятно чем. Мы дадим вам сигнал. Все понятно, давай, в путь. Или перекур. Или в путь, или перекур. Одно из двух. Все, я знаю, что от меня требуется. Давай, отправляемся в башню. Не забывайте, вы оба серые стражи. Надеюсь, вы будете достойным примером. Она за нами присматривает. Это, по всей видимости, про Андрасты. Алистер не одобряет. Зажечь сигнальный огонь. Ну, пошли. Сжигать огонь. Пойдем-ка в башню. Так, а с какой стороны башня? В эту сторону. В эту сторону. По-моему, в эту сторону. О, ставочка. Да, давай, перекур. Всем перекур, всем за чаем. Сейчас заставка пройдет и... чаем. Сволочь. Продаптили. Погоди, а где собака? Мне же должны дать собаку. Я же лучше собаки, скажет Алистер.
Давайте, как вы там умеете? Этим копьем общит. Гены и геры собрались. Генлоки и гарлоки. Этот товарищ со шлемом, с рогами напоминает мне героя. Из героев. Вот. Из этого. Из замка Инферно. Там тоже такой на коне красный весь с этим. С шлемом таким. С рогами. Что такое? А стрим 2,5 часа один, да, вообще в целом? Отлично. Ковыряйся больше, я бы, если углублялся бы по этим по побочкам всяким, вот в том же самом месте там, здесь, по-моему, чувак в темнице сидит. Что, если по этим по диким землям бегал бы, это надолго. Я тогда пролог этот прошел, не знаю, наверное, часов за 5-6. На стриме этого, конечно, не хочется. Более-менее по сюжету пойдем. Героическая музыка, геройская. Должно вроде слышно быть. Такой шлем. Пойдем через мост и двинемся к башне. Да, сейчас пойдем. Сейчас вон там всякие сволочи. Че, покурим? Сказать, давай перекурчик пока. Организуем. На 4 минуты надо налить отважного чая. Потому что чай закончился. Вот теперь точно закончился. Перекур 4 минуты и продолжим. Где это штука с перекуром? Перекур.
Так, да. Вроде все то. Вроде все то. Так, погнали в башню. Поджигать. Страшные звуки. Товарищи рубятся. Так страшно. Заскриптованные вещи. А мы... А, она сломана. Ну нахер, сейчас еще что-нибудь прилетит. А сейчас уже тут, по-моему, эти. Так, говорит, иди в башню. Зажигай огонь. Скорее. The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Чаёчку. Неоплаченная реклама. Кружка на скафе, чай Липтон. Магов еще каких-то дали двух. За каким-то лешим. Чё, а как он восстанавливается-то? А, у него типа этот... Берсеркер. Много их тут как-то. Слушай, я... Да, микрофон включил. Мне что-то показалось. Где? Зачем мне сюда? Чуть поближе. Всякие сволочи. Генлоки мелкие. А вот и гарлоки подоспели. Слушай, надо в инвентарь, мне кажется, залезть. Блять, да что ты делаешь, женщина? Мне кажется, пора залезть в инвентарь и посмотреть, может быть, что-то может быть более-менее адекватное тут. Заколдованный кинжал имеется. Плюс 4 к атаке. То есть обычный кинжал. Давай лучше-то... Только 4.40 модификатор. Может быть, лучше двумя этими кинжалами... Большой меч, это двуручный. Нет, двуручный. Двуручный не подойдет. Зато можно к арбалету. По-моему, да? Зато можно к арбалету подвесить болтов. Ой, сколько много-то всего. Клепанный кожаный доспех. Кольчуга. Железо. Мягкая кожа. Сапоги. Кольчужные сапоги. Перчатки есть кольчужные? Перчаток кольчужных нет. Ладно, насрать. Хотя бы кинжал. Ржавый какой-то. Далее. И на том спасибо. Эти махаются что-то. Какая-то способность пока есть.
Блять, не, ну, нужно однозначно. Ладно, там в Лотеринге вроде будет дальше этот, как его, торговец. Можно, хотя там товаров очень мало в этом Лотеринге. Но, может быть... А, дальше будет этот, Богдан, или как он, Бодан, гном-торговец. У него уже можно что-то более-менее адекватное приобрести. За какие-то деньги. Блять, нахуй вы сюда побежали? Солчи, я только ее обезвредить хотел. Хотя на нашу барышню не сработало это дело. Не сработала ловушка по какой-то причине. Так, что там у нас получается? Третий час. Стрима. Думаю, как раз башня будет пройдена. Блять, мимо. Башня будет пройдена, и там как раз можем заканчивать. Там как раз, наверное, 3 часа стрима. Нормально. Ушерно, хорошо. Очень здорово. Так, уровень можно. Можно подвысить ловкость, хитрость. Давай в силу, чтобы посильнее бить. Нет, ломать лучше боевая стойка. Потому что без боевой стойки дальше не продвинешься. Вот тут уже 4 целых. Окружилось, намутилось. Пассивный шустрый разбойник может перехитрить врагов, получая расширенный угол фланговой атаки, который упрощает захождение в спину. Так. Раз, два. Что-то тут еще можно. Так, да, наверное, все-таки надо сильную боевую подготовку. Так вот. А. 3 удара. Да. И сам оглушился еще. Надо бы второй кинжал какой-нибудь хороший раздобыть. Потому что мечом очень... Очень долго она машет этим мечом. Эти герлыки. Опять в никуда взмах. Пищ. Кварц. Ну, кварц можно продать, в принципе. Нефрит тоже. Там не, некоторые есть там безупречный нефрит и прочая херня. Инвентарь заполнен. Да в смысле? Сколько же ты занимаешь места? Слушай, а давай кинжал вот эти вот всякие выкину. Подарок. Подарок-то кому-то можно задарить. О, давай.
Давай, Алистеру давай что-нибудь накинем. Да. Например, ему можно дать... А болтов арбалетных-то нету, да, больше? Есть огненная стрела. Длинный вяз. Длинную стрелу еще. Закинем. Блять, опять все заполнено. Надо что-то выкинуть нахер. Ёбаный шлем, вот это вот всякое говно. Нужны перчатки. Вот это вот все. А этот размер багажника своего можно потом увеличить. В конечном итоге у торговцев, по-моему, все дело делается. Дальше будет видно. Да, вы там все убежали. До верхнего этажа. На верхнем этаже последний махач с огром будет. Он сейчас еще вроде не верхний, не самый верхний. What are these darkspawn doing ahead of the rest of the horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Чё-чё-чё? Дыхание создателя. Как эти бестии оказались здесь, впереди всей орды? Здесь не должно быть никакого врага. Надо сражаться, да. Потом зажигать пламя на маяке. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Taren Loghain will be waiting for the signal. Промак решил залежать немножко угол. Я помню, куда идти. В целом. Можно таким образом их попенетрировать, как быстрее будет. Ну и вместе с Алистером или магом, не знаю. Кто там пенетрируется еще вместе? Так, есть вторая еще. По 10 мало, мало отнимает, конечно. Но одеваться. Камера, конечно, иногда прям ракурс такой дает. Лучше еще пооткручивать. Старый динамик. Ну, иногда, да. Тут... на ремастер мафии орудует все. Но я не знаю, я не пробовал. Я посмотрел, что-то, блядь, она мне как-то тоже не очень показалась, потому что там характер героев прям совсем поменяли. Но ставить я не ставил. Ты, наверное, вряд ли буду ставить, вряд ли буду стримить. Что вроде как все говорят, что ремастер не удался. Так, на пути к вершине.
По-моему, это последний зал. Вроде бы. Да, тут сейчас по кругу и... там должен быть выход. Старый мэш победу. А, я помню, я ее на стриме проходил пару лет назад. Нормально, жопа иногда горела. Хотя я там еще рукожопы очень много. С гаража выехать нормально не мог и прочее. Как надо Мабари выпустить. Жрет. Покорми собаку. Так, в какую сторону? А, сюда, все правильно. Да блин. Только хотел туда бежать. Рычат. Так, у меня уже созрел план, когда заканчивать до лотеринга. Дойдем. Запертый. Что-то интересное. А, блять, в запертых сундуках одно говно. Почему-то. Вроде казалось бы, в запертом сундуке должно быть что-то более-менее хорошее. Открываешь, а там какой-то вязаный шлем и шапочка из фольги. Иная стрела, блядь. На оружейной стойке. Класс. В смысле, как кого не... Кого не убили? Блять. Там застрял какой-то бот. Моб. Да, вот он, товарищи. О. Дабл килл. Трипл килл. Да, такое случается. Он может где-то еще в начале локации застрять. Ты доходишь до конца, дальше пройти не можешь, потому что, говорит, в бою нельзя это сделать. Я не могу пройти здесь именно сейчас. Не устану повторять эту отсылочку. Вот и огр. А у него, по-моему... А, нет. Душа не работает. Куда ты воздухом? Воздух лупишь. Сволочь. Да не, ну смотри, какая ты быстрая, ловкая. Надо ловкость качать, чтобы побыстрее махалось. Вставай! Может быть и силы маленечко, чтобы урона поболее было. За серых стражей там орёт, товарищ.
Кто завалил-то? А, нормально, смотри. Движуха. Красочная. Наша лесбийская негритянская барышня завалила всех. Огры что-то можно. Щит Гаварда, руна подмастелья. Вот это, блядь. Надо, короче... Клёпанные. Нахрен. Мягкая кожа, нахер. Чугун, нахер. Мягкий доспех, нахер. Чугун опять, нахер. Щит возьмем, руну возьмем. Руны, кстати, дорого. Так, где-то тут... Бочка-бочка. Где-то тут еще что-то валяется. Ожерелье. Что-то еще. Где-то что-то еще есть, нет? На локация очень похожа на конечный этаж круга магов. Видимо, не стали заморачиваться. Надо. Зажечь. Возлечь с костром. Sound the retreat. But what about the king? Should we not do as I command? Три часа пролог пройден. Вступление. Бреды. Серый. Гвардии. All of you, let's move. Отступление. Командует Терлагейн, тем самым подставляя серых стражей. Задел. Случайно. И обрекая последних на гибель. Естественно, потом мстя будет страшна. Ну или около того. Порождением тьмы. Терру Лагейну и же с ними. За Дункана, за Фиралден, за Росгвардию, в смысле, за Серых Стражей. Король упал. Огр постарался. Дункан. Последних сил. Карабкается к королю. Смотрит. Что жопа? Оказывается. Маяк горит. Подмоги нет. Большая драма. Как небольшая? Возможно, и большая. Тут же немедленно нападают на башню. Наш вятский пчеловод падает в небытие. Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. Глаза твои открылись, наконец-то. Довольно будет мать. Ну, я тебя знаю, действительно. Та самая женщина из диких земель. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember mother's rescue? В общем, да, в итоге выясняется то, что
Из башни унесла, спасла мать Морриган Алистера, нашу бурятскую пчеловода, пчеловодиху, можно так сказать, наверное. Mother managed to save you and your friend, though it was a close call. What is important is that you both live. А куда там маги по дороге проебались? Мне вот, по-моему, на верхний этаж уже без них. А может, с ними не помню. Those he abandoned were massive. Казалось бы, прошло 2 минуты. Я что-то их прям вообще из виду потерял. As you like. Mother is outside with your friend. She wished to see you. Во дворе сейчас, и с ней твой друг. Понятно. Ну я пойду тогда. I will stay and make something to eat. Тоскует Алистер, глядя на болото. Ты жива! Понятное дело. Главный герой-то все-таки. Как иначе? Плачется все. I didn't mean. С тобой валялись бы мертвые, если бы не мать Морриган. You've never told us your name. Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. Скоро будем заканчивать. The Flemeth? Да, все-таки. 3 часа. Идет. Стрим продолжим. Dragon Age на следующей неделе, а завтра. And what does that mean? Элей Нуар. I know a bit of magic, and it has served you well, has it not? Так, наверное, стоит как-то поблагодарить. Я вот не помню, что оно тут ответит. Если ты и вправду так считаешь, то, пожалуй, стоит. Замечательно. Мы должны как-то, ну, понятное дело, серые стражи как-то остановят. Perhaps he believes the blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The archdemon. Архидемон. Так. By ourselves. Очень быстро. No great warden has ever defeated a blight without the army of a half dozen nations. На расспросы нет времени. Все, затянется на 1-10 стримов, а там 6 или 7. Вот на Ютубе по-прежнему буянит. Забавно. Забавно, что на Twitch он сегодня не пришел. Бот. Я знаю, Дункан сказал, что король призвал серых стражей из Орлея, а ведь Эрл и Омон этого ни за что бы не поддержал. И так, как бы нам побыстрее это свалить, тогда мы отправимся к нему. Понятно. Ну, первым делом, конечно, в перевалочный Лотерин, который потом пострадает. Но вернуться к нему будет невозможно, но если поставить мод, то вполне себе возможно. Уже как бы костыли и... Профильство какое-то. Of course, the treaty. Поэтому. Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during the fight. I may be old, but dwarves. На Ютубе нужно лайк поставить за это. This Arl Eamon, and who knows what else? This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and отправиться в Редклифф или еще куда-то собрать армию. А я тебе сейчас расскажу, блядь, куда мы можем отправиться. Так. Почему бы нет? Серые стражи всегда туда. У нас же есть документы и там этих гномов призвать, Редклифф призвать, магов призвать, эльфов призвать. Тенерим призвать, короче, всех призвать.
Осенний призыв. Вооруженные войска Ферлдена. Опять же, продолжается. Так вы решились? Вы готовы быть серыми стражами? Да? Now, before you go, можно идти. There is yet one more thing I can offer you. The stew is bubbling, mother dear. Shall we have two guests for the evening? А, вот сейчас как раз... The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining. Сопровождать серых стражей. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Думаю, отличный. Да, можно попробовать полезбиничем. Будет. Не знаю, получится ли что-нибудь из этого. Хорошее или нет. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Отлично, мы берем ее с собой. Так, у меня как раз планшет садится. Как раз стрим. Как раз, да. Стрим подходит уже к концу, к своему логическому решению. На сегодня. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Elden against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the blight. Не, в принципе, они могут пригодиться. Не, Морриган, конечно, она тут очень важный и ключевой персонаж вообще во всей игре. Важнее даже, чем главный герой, блядь. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. Деревню к северу от диких земель. Да, это, по-моему, как раз Лотеринг сейчас. I shall simply be your silent guide. The choice is хорошие времена. Переживает. Думаю, нам пора выходить, да. Задерживаться, расспрашивать опять же нет. I would hate to return to a burned down hut. Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Развлекайся, милая, да. Все. Можно вроде, конечно, отправить... А, нет, пока не открывается дополнительный... Чуть позже, Суркель. Перевал, там, где голем... Башня это серых стражей. Я не помню, как. Пик солдата вроде, да. Уже из DLC. Локация. Вот, на нее тоже. Надо будет сходить. Она, в принципе, полезная будет. Потому что почему-то там за голдишко хорошо будет прикупить. Но это позже. Порождениями тьмы, стычка или что? Можно, конечно, в лагерь было отправиться для начала. Ладно. Там мы будем и заканчивать на сегодня. Проводит экстренное собрание. We must rebuild what was lost at Ostagar and quickly. Субтитры сверху. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this darkspawn incursion, but we must do so sensibly. And without hesitation. Your lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent and claim we must unite under your banner for our own good. Решает. But what могут. Of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most fortuitous. Пантеган, как вот. Прочие сволочи. I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you. The Bannon will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Правильно. Что стоит?
Ban Tegan, please. Ban Tegan. Your Majesty. Что они там? Your father risked civil war. If Eamon were here. Богдан. Внезапно. My father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, Your Majesty? Такие. Коверные. Чистки игрища. Сейчас кого-то встретит. Да, спасибо. Буду. О, Собакин прибежал тот самый. Тот самый Собакин. Куча порождений тьмы. Да, скоро завершу. Уже? Фильтр только сработал почему-то. Скоро завершу, надо в этот лотеринг пойти. И там как раз и будет завершаться. Сейчас, сейчас вот и планшет уже совсем разорится. Пес. Так, здравствуй, пес. Слышь, эти порождения тьмы тебя не ранили. Да, похоже, это тот самый Мабари. Мабари like that. They call it imprinting. Does this mean we're going to have this mangy beast following us about now? Wonderful. He's not mangy. Не косматый, гладкошерстный мабари. Радостный лай. Так. Видишь что-нибудь интересное? Слушай, а как же его вроде можно как-то называть было, нет? Чё не находит? А, вот, ведите имя собаки. А, чё далеко ходить? Анус! Нормально. Так, надо... Надо залутать. And so I shall. Этих вот сволочей. As you desire. Анус. Поможешь разобраться с кровавым... Приласкать! Приласкать, Анус! Сука! Приласкать, Анус. Я, конечно, извиняюсь. Позволите ли вы приласкать ваш Анус? Сука. Так, оставить что-нибудь. Оставить анус. Класс, блять. Погнали дальше. Сука. Приласкать анус. Класс. Затекаюсь. Разбойники? Можем, конечно, вежливо попросить. Можем опыта с них немножко прибавить себе. Highwaymen, praying on those fleeing the darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way.
I say, teach them a lesson. Да, можно и проучить, в принципе, чего бы нет. A simple 10 silvers, and you're free to move on. What did I tell you? No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Hunter. Мы не беженцы. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Oh, right. Even if you're no refugee, you still gotta pay. Well, I can't say I'm pleased to hear that. Конечно, платить. We have rules, you know. Не станет, потому что там и так нету монет, блин, просто там бронзы, чуть-чуть, пару копеек. Did she say she's a Grey Warden? Them ones killed the king. Traitors to Ferelden, I hear. Tern Loghain put quite a bounty on any who are found. But aren't them Grey Wardens good? I mean, really good? Good enough to kill a king? You have a point. Well, let's forget about the toll. We'll just leave you to your dark. Кажется, их, по-моему, завалить надо все равно. And just when we had things. Добавим в этот список убивай бандитов. Замечательно. Блять, вот эти кульбиты. Он на ровном месте, блядь, начинает дрыгаться, пройти не может. Это, конечно, вообще не смотрится. We surrender. We're just trying to get by before the darkspawn get us all. Так, как и говорилось ранее, такая лютая, избийская, негритянская женщина. What are you joking, right? I could never be a soldier. Либо они пойдут, либо мы их захерачим. Чтобы больше не безобразничать. Мертв храмовник, но это тут, да. В церквушке, по-моему, можно будет отдать. О, все, у меня планшет выключился. Я уже ничего там не увижу. Никакие чаты. И well, there it is. Pretty as a painting. Выключился. So you have finally decided to rejoin us. Заставочка, сохраняемся и like too much trouble, I take it. На сегодня завершаться надо. Уже время без 10. С 10 час по московскому времени. Right, very creepy. Forget I asked. Давайте не будем отвлекаться. Так, я разберусь. Пойдем. We'll need to decide eventually. Let's head into the village when you're ready. Собственно, на этом все. На сегодня. Вот. И на эту неделю. Еще раз напоминаю, завтра. Вот и ринг. Так, нет, назовем. 1, 2, 3, 7. Собственно, сколько у нас игра шла? 3 часа 20 минут. И дрили. Пройдено самое начало. Хотя, наверное, стрим-то по факту больше. А завтра в 7 или 8 часов вечера LA Noire. В группе ВКонтакте будет. Ну и вообще, по-моему, везде будет оповещение также. Колокола. Бейте. Вот.
Спасибо за внимание, за поддержку, за лайки. Прощаюсь. До завтрашнего вечера. Доброй ночи.